Ну, давайте смотреть. Гонг. Мачадо, как мы видим, работает в стойке левши. И уже начинает, кстати, бегать, скажем так, от Анатолия. Неприятный лоу, кстати. Да. Но это даже такой тип, наверное, ну, такой больше. Сайдкик больше, да. То есть, ну, здесь можно, конечно, вот этот лоу, да. И попробовал побороться сейчас как раз Мачадо. Но, по-моему, это была большая ошибка бороться с Малыхиным. Малыхин очень легко заходит за спину, пытается Мачадо подняться. Столкновение борца-вольника и джитсера, друзья. И пока что Борис Вольник, а именно Анатолий, ведет в это мощное противостояние. Действительно, очень легко так забирает спину сейчас. Пытается Мачадо развернуться. Не получается. И отбивает ему Малыхин коленом бедро. Очень здорово, кстати. Причем даже болезненный такой удар. Да. Сухожилие. Будет больно. И вот без каких-либо проблем Анатолий стягивает соперника. Вот сейчас попробовал Мачадо развернуться. Боковой контроль от Анатолия. Уже не совсем боковой. Ну, где-то так, да. О, какие меткие удары, кстати, друзья. Это вот Анатолий большой молодец сейчас. Да, но Анатолий, в общем-то, сказал, что хочет соперника нокаутировать, потому что где-то, может быть, устал бороться, но пока бороться приходится. Но, опять же, да, бороться приходится, потому что соперник сам внизу, а каких-то сложностей в борьбе то ли не испытывает. И такое ощущение, что есть желание вытянуть соперника как раз на распятие сейчас. Не видно, ну, с этого ракурса заблокирована ли рука. И начинает забивать. Судя да, и всему, мастить да. здесь может да. Мачадо, сколько ему влезет, потому что, ну, Малыхин он таким образом не сбросит. Да, руку как раз очень здорово Малыхин выключил сопернику. Обе руки. Да, это распятие, классическое распятие. Вот тут, конечно, пытается использовать сетку сейчас Мачадо, но этого делать не стоит. Кимуру пытается сделать Анатолий. Ну, уже не пытается, в общем. Очень успешно бьет. У Мачадо я вообще даже не вижу каких-то вариантов, что он может сделать. Это положение. Он попробовал Малыхина сбросить. Но я думаю, что, скорее всего, даже рефери здесь остановит поединок. И локтями еще один. Анатолий молодец. Да, вот мы видим как раз, здесь уже не первый раз Мачадо использует мост, но, опять же, настолько высоко и настолько крепко закрепился Анатолий, что его не сбросят. А здесь мастить довольно непросто, скажем так, да. Потому что вес-то оппонента приходится не на центр, а ну, выше, в районе головы на груди, и груди. То есть мастить-то как бы как, и плюс заблокированные руки. Даже если ты как-то нет, здесь корпус, надо, конечно, таким, да, на настолько гибкостью обладать, чтобы закинуть ноги вот туда наверх, вывернуться. И то там теперь все равно ну, будет не очень комфортно. И сейчас защищается Мачадо. Ну так просто попытался перчатку подставить для того, чтобы не в лицо ему прилетали эти удары. Да, Джастин Браун намекает ему, что давай-ка защиты больше, друг. Но тут, конечно, сложно. Мачадо действует, защищаться просто сейчас невозможно. Еще хуже, да, стало. Но не сдается пока Алешандре. Надо, кстати, отдать ему должное. Нет, молодец. С точки зрения характера парень молодец, но с точки зрения именно все, тактики, вот в общем-то, этом... да, зачем он решил побороться с Малыхиным? Ну, в общем-то, решил побороться. Вот вам, кстати, вечером понедельника. Ну, вот там, побил с любимой женщиной в праздничный день. Наше поздравление. 9-я победа, 9-я досрочно. Анатолий прям молодец.